были леопарды. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в нет. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания в НАТО в этот вооруженный конфликт.